Друзья, всем привет! С вами Ирина Исмагилова. И сегодня у меня вновь видео о моих покупках. Также будет видео небольшое, потому что покупок было не очень много. И давайте начнем. В данном случае это уже покупочки из магазина Fix Price. Очень давно я не была в этом магазине, так как мой путь теперь как бы не лежал через него, поэтому я его и нигде, в принципе, не встречала и не заезжала. Но пришлось в этот раз приехать специально, потому что нужны были очень много вещей именно оттуда. Не все, конечно, я нашла, то, что мне нужно было. Но все-таки то, что я купила, я вам сегодня покажу. Прежде всего покажу вот такую обычную, я даже не знаю, как это называется. Называется водосгон, да, вот такая щеточка, которая убирает капельки с окна. Купила я ее для машины, потому что... Ну, водители, наверное, меня поймут, когда идет дождик, когда, вот, допустим, выходишь к машине после работы, и все окна в капельках очень плохо видно, и поэтому вот такая вот щеточка для того, чтобы убрать капельки со стекла, она очень удобная, очень давно я ее хотела, такой дешевый вариант, чтобы не очень дорогой был. Также для машины я прикупила вот такой коврик силиконовый, для того, чтобы туда прицеплять свой телефон. Честно, еще не придумала даже, куда его повесить. В принципе, потом уже, да, глядя на панель машины, я не увидела такого идеального места. Это куда его прикрепить, может быть, отдам мужу его. Но все-таки купила, потому что я думала, считала, что он мне очень сильно нужен. Следующее. Это я уже купила для скрапбукинга. Вот такой недорогой клеевой пистолет. Я себе такой уже брала. Он мне прослужил, по-моему, где-то около полугода без нареканий. Потом, конечно, здесь он просто... Я даже не знаю, как объяснить. Просто у него от температуры здесь уже все протаяло, и он просто сломался. И, в принципе, за 50 рублей, даже, мне кажется, если он месяц поработает, будет замечательно. Как-то, не знаю, не получается у меня пока купить другой пистолет подороже. Не знаю, может быть, я не верю, что он тоже долго прослужит. Но вот пока такой вариант меня, в принципе, вполне устраивает. Такой дешевенький за 50 рублей, и не жалко его будет выкидывать. Также то, что купила именно для скрапбукинга, это вот такие... двусторонние скотчи, вот такой наборчик. Я его беру тоже на постоянной основе там. Здесь в рулонах два рулона, и здесь они уже идут вот такими квадратиками. Очень удобно. Такой скотч, в принципе, всегда очень быстро расходуется, поэтому за 50 рублей взять такой наборчик очень, по-моему, выгодно, на мой взгляд. Следующее тоже, это постоянные покупочки всегда в этом магазине, это батарейки. Батарейки у нас расходуются очень быстро при наличии ребенка, наверное, вы меня поймете, да, мамочки, если меня смотрят, что всевозможные машинки, какие-то игрушки, они все на батарейках, и вот в этот раз я взяла только пальчиковые батарейки. В следующий раз, когда буду, я обязательно куплю еще мизинчиковые и вот такие вот кругленькие таблеточки батарейки, не знаю, как они правильно называются, но вот такие тоже приобрету. Пока я купила только такие. Ну и у меня также осталось... Вот такая книжечка, это тоже, вернее, почему тоже, да, не тоже. Эту книжечку я купила своему сынишке, он мне, конечно, книжки еще рвет, у него нет такого еще понятия, что книги надо беречь. Очень долго думала, покупать, не покупать, но все, что мы ему ежедневно читаем, уже так поднадоело, поэтому я все-таки решила ему купить новую книжечку. И вот маленькие почемучки. Зная своего сына, я знаю, что он любит книги со стихотворениями. Пока в виде прозы, в виде сказок ему не очень нравятся, они интересны ему, и поэтому я купила вот такие разнообразные стишочки, думаю, ему будет интересно. Обложка здесь вот такая, она, в принципе, как бы не совсем жесткая, мягкая, но в то же время она не будет очень быстро мяться, и думаю, надеюсь, по крайней мере, что она прослужит долго. Книжка очень интересная, здесь очень много разных стишков на разную тему, и думаю, сынульке моему понравится. Вот такие были покупочки у меня в магазине Fix Price, в моем любимом магазине. Очень его люблю, обожаю, и если они не подзакрываются, буду в них ходить и ходить, потому что есть вещи, ну, такие незаменимые, я бы сказала, очень, очень хорошие вещи за такую стоимость, которой постоянно пользуюсь, постоянно беру. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!